Shrimandir and Parsun will be Ekadashi. Tomorrow, today 7th, tomorrow will be Bhakti Kama Madhusudan Maharaj disappears, and day after tomorrow Ekadashi. Банде Ахам Шри Гуру Шри Юта Падака Малам Шри Гуру Навайшнаванса Шри Рупам Саграджатам Сахагана Рагунатанитам Там Сахитам Сасвайтам Савадутам Париджана Сахитам Кришна Чайтанна Девам Шри Радха Кришна Падан Сахагана Лалита Шри Вишакха Нитанса Ом Агьяна Тимирам Дасья Агьянанджана Салагия Чакшура Шмилитам Йена Тасмай Шри Гурави Наму Намайам Гуру Дева Айя Дхимате Самма Муртай Шри Шри Мадху Бхакти Шри Рупа Сиддханти Прахави Шри Махатмани Намайам Вишну Пада Айя Радхика Айя Иприятмани Вишну Мадху Бхакти Виданта Нараяни Кинамини Намайам Вишну Пада Айя Кришна Приштая Бхутали Римате Бхакти Сиддханта Сарасвати Кинамини Шри Варшавана Видеви Дайтая Крипадвай Кришна Саманда Вигьяна Дайни Правинам Мадхур Джиджала Брамадха Шри Рупая Нуга Бхактида Шри Гаура Каруна Сакти Виграхая Намасте Намасте Гауравани Шри Муртай Винатарини Шри Рупая Нуга Брудхаба Сиддханта Данта Харини Нама Гаура Кишварая Сакшат Вайрагья Муртай Випраламбхара Самбудхи Падам Буджаяти Наму Нама Бхакти Винодая Сачидананда Намине Гаура Сакти Сварупая Рупану Габараяте Гаура Абри Бхавам Вистаг Нирдеша Сваджана Прия Вайшнава Сарвабхама Шри Джаганнатхая Те Нама Панча Калпадарурхаща Крипа Синдху Вайвача Патитанам Бхавани Бхавайшнава Нама Нама Вриндай Тулати Сарвай Прияй Кешава Сача Кришна Бхакти Прадеви Саттаватай Наманаму Шри Кришна Чайтанна Прабху Нитянанда Шри Адвайта Гададхара Сивасади Гауру Бхакта Вринда Бола Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рама Хари Рама 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 Шри Кришна Чайтанна Yeah.
Подождите секунду, 10 минут послушайте харикатху, потом будете готовить. Then everybody cooking. Тогда все, говорит, пойдут готовить. Хорошо. Итай гоур премананде. Хари хари. О.
गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय सदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे बोलो हरे कृष्णा हरे Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Bolo Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Oh Hare Krishna Oh, Hare Krishna, you know, I am offering my unlimited homage to my spiritual master, Nityalila Prabhu Srila Bhakti Sri Siddhanti Goswami Maharaj, Sikha Gurudev Nityalila Prabhu Srila Narayana Goswami Maharaj, all Vaishnav and all Vaishnav. Предлагаю себе бесчисленные поклоны моему духовному учителю, бывшему духовному учителю Нityalila Prabhu Vishnupada. Аштатарша Шишимад Бхакти Шаруп Сиданти Гасави Махараджу, а также моему Шикша Духовному Учителю, Нитилу Правишна Шипа Шишимад Шили Бхакти Дадмирайна Гасави Махараджу, Сив Вашнам Вашнаре. О, Хари Кришна. You are 5 days, you know, you are celebrate Hari Katha. Yeah, you are 5 days. Now, necessary also, you can accept also something, not only listening. Хари Бол. 5 дней мы слушали Хари Катху. You can stand up. Пять дней вы слушали Харикатху, и сейчас нужно не просто просидеть послушать, а что и кое-что для себя принять. You know, Nanda Baba, he is the papa of Sri Krishna, you know, he is the Krishna's father. But, you know, even if he is the Lord's father, you know, he also Vaishnava. One with Krishna's father, another way is he also Vaishnavas. Even if the Lord's father, you know, you can saw this life, he have 4 nishtha he have. So necessary he teach to all Vaishnavas, necessary this 4 nishtha also you have also this 4 nishtha. Кроме того, что Нанда Баба является папой Кришны, он еще и Вайшнав. И у него можно видеть 4 вида ништы, твердой веры в 4 вещи. So necessary can also for nishtha you have. И нам тоже нужно, так же как он, иметь веру в эти вещи. Now I try to one explain. After I can ask to anybody what this nishtha. Ну потом вы учтите, что потом я вас спрошу, что за 4 вещи, 4 ништы, которые имел Нанда Баба. Хорошо. He have one nishtha is the necessary hamsam, you know. Nishtha of this deity, by not this is the Vigraha deity. Lord, this material world, he appeared, he take to 8 form, 8 way he is manifested this world. You know, this is Lord. Telling one is made by wooden, one is the Ashradhasu, one is the golden, one is the iron, one is the sand, one is the clay, you know, one is this picture, you know, this another is this letter. Mind. Letter and also mind. There are 8 ways Lord has manifested this world. Tell everyone to remember it. Слушайте внимательно. Итак, Нанда Баба имел твердую веру в поклонение божеств. Он обязательно всегда поклонялся божествам. Божества делают из 8 материалов. Из железа, дерева, песка, драгоценных камней, ума, глины, земли, да. Камень, да. Вот из вот этих 8 материалов делают божества изначально. Yeah. Uh-huh. Tell what you tell, tell. One is the sabda. You are telling sabda? Sabda Brahma, letter like this. Why not tell? This is one also.
И один из них это еще Ишабда Браман. Варшабда Браман. Probably scripture. You can tell to them how, like this Krishna is the letter, but this Krishna, this name and Krishna is the no different. Okay. Шабда обозначает трансцендентный звук, то есть святое имя Кришна, это сам Кришна. Махарадж попросил объяснить значение этого имени. Но вообще у него очень множество значений, я даже не знаю, с какого конца начинать. Самое простое, это Махарадж всегда говорит, что все состоит из двух частей, из двух глаголов, которые дает первый Криш, он привлекать, притягивать, очаровывать, завораживать. Она, который дает блаженство. Но если смотреть по буквам, ка, ри, потом эш, на, то там еще идут другие значения. Ну, наверное, он только это хочет. Окей. So this is the one way is this deity, you know. This deity who is deity, you can worship to this deity. Telling this Archabigraha, you know. This is the Archabigraha. So coming question, hi Lord. He take the form of deities. Why? You know this. Why? This is telling reason is the, you know, once Narad he come this material world, then he look everybody is unhappy. You know, anybody not any happiness. Everybody suffering this material world. Everybody, nobody in happiness. Then when Vaikuntha then Narayana, they're very happiness. You know, very blissful happiness. They are surrounding so many demigods. They are praying nicely. Lakshmi, she is the place, she worship to Narayana, lotus feet, she is so happy. So Narad telling Prabhu, you are created this material world, but they are, everybody is unhappy. Why unhappy? So Goswami Tulasidas telling, Bhagavad, all scripture telling, you know, if cannot you take surrender to Krishna, not doing bhajan to Krishna, worship to Krishna, then you cannot happiness life, you know. So then they are worship to you, then they are becoming happiness. But how they can worship to you, you know? You are the Vaikuntha. So kindly you manifested this world, then everybody worship to you, then there became happiness. Lion, the Vaikuntha. Vaikuntha, anybody saw this material person, they are listening one Vaikuntha name. But they are not this Vaikuntha. So come little, partly, come no. Little down. Then tell you, oh, I am staying in Rama Vaikuntha. Anybody not know Rama Vaikuntha. Well, I am staying in the heaven planet. Well, they are, who is that saw this heaven? So you can very close. Oh, I have stake the heart of everybody. Well, you stake the heart of everybody. That is a neutral. But you can come, take the form of, you know, take the form, this material, take the direct form. Then it's Lord, merciful, take the, this deity. Итак, Господь вот принимает облик в одном из этих восьми материалов. Кроме того, он еще инкарнирует как святое имя. И Махарадж рассказывает предысторию, почему он решил так сделать. Нарада, когда гулял по этому материальному миру, он видел, как все в этом мире страдают, мучаются, скорбят. И Нарада, будучи расстроенным, отправился на Вайкунху к Господу, увидел, что тот в блаженстве лежит, в компании своей Лакшми массирует ему стопы. И Нарада принялся упрекать Господа. Он говорит, ну как же так? Вот сотворил материальный мир, и там все страдают очень сильно. На Вайкунхе так много места. Почему бы? Ну вот зачем сделать материальный мир полный страданий? Ну что, неужели нельзя было всех этих джив взять и в духовный мир, чтобы они все были счастливы, никто не умирал, никто не болел, никаких проблем не было. Ну, зачем их в материальный мир-то поместить? И тогда Господь говорит, ну, народ, тебе нужно быть Нарада говорит, вам нужно быть ближе к народу. Тебе скорее. Тебе нужно быть ближе к людям. И так, люди ведь они не могут, они даже и подняться оттуда не смогут без общения с тобой. И тогда Господь говорит, ну как же, я и так достаточно близко, я здесь на Вайкунхе. Он говорит, нет, это очень далеко. А потом говорит, ну хорошо, но я еще и на Рама Вайкунхе. Я еще в каждом материальном мире, там есть своя Вайкунха. Я в каждом материальном мире нахожусь, если кому нужно. Нарада говорит, нет, это очень далеко. Он
говорит, ну, так ведь я еще и на сварге нахожусь, то есть там еще и полубоги. И там, говорит, далеко. Кто же знает, там и как можно общаться с тобой на сварге. И тогда Нарада стал уговаривать, чтобы он еще ниже спустился. Тогда Господь принял образ в материальном мире, каким образом он может предстать перед нами. Вот он выбрал то, что он будет представлять перед нами как Мурти и как святое имя. Yeah, so Mahaprabhu telling Vigrahana Tumi Sakhyad Prajananda. Yeah? Mahaprabhu can take that form of Jagannath. He telling you are not Vigraha, you are not deity, you are direct Lord. No, you direct Lord. So you can see our Sampradaya when Sanatana Goswami, he worshipped Madan Mohan. Madan Mohan directly taking Sanatana Goswami. Hello Sanatana, you gave to me, you know, this is some chapati without salty, how can they eat? Not, you know, go to enter my neck, you know, go to inside. So give some little salt. He did not give any sabji. Then he telling, today you want sabji. Then again you ask him. So again you telling, you give some milk. Then you can ask him, oh, give some, you know, some sweet, some, this is the rabidi. Where I got this thing? So I am the begging person. If you want, you can himself, you can collect. And when this Srinathji when appeared, telling, oh, Madhavendra Puri, I am so feeling hot. You can go to Jagannath Puri, bring for me sandalwood, you know, paste my body. Yeah. So you can look our sampradaya, in our sampradaya, deity directly talking with our devotees. All deity, they are talking with the. And when Lokanath Das Goswami manifested, see, you know, this Radha Binod telling, oh, I am hungry, can fed something. He making nice, nice preparation. Without chutney, how can he give some chutney? Then he makes some chutney. Well, I want sleep. Then he makes a nice power bed. Well, oh, I am feeling so hot, you can fanning me? He fanning me. Oh, my leg is so pain, you can do massage to my leg. Then do massage to leg. So, you know, this all deity, they are talking with our Goswami. So, this deity, that you don't ordinary thing, the direct Lord. Когда Господь предстает в этом мире как божество, нужно прекрасно понимать о том, что это сам Господь. Если перед нами Джаганнат, то, говорит, это сам Господь. Множество примеров в нашей линии, в нашей сампрадае, когда божества, они, например, могут напрямую разговаривать. Как Мадан Мохан во Вриндаване, он разговаривал с Санатаной Госвами Пад. И он ему тогда жаловался, что тот ему кормит сухим хлебом, даже без добавления соли. Он говорит, ну вот, ну хотя бы... А Санатана Госвами Пад его еще как бы, ругал, говорил, что ну вот тебе сегодня соль, потом тебе завтра сабджи, потом рабари, потом еще что-нибудь повкуснее. Если мы возьмем, как на Надхаджи на Говардане, да, на Говардане Мадхавендра Пури Пад в земле к нему обнаружил Надхаджи Гупала. И он тоже говорил, о, Мадхавендра Пури, я тут так устал, я тут так долго лежал в земле, мне жарко очень, мне нужно что-нибудь охлаждающее, сандаловую пасту, например, из риса, чтобы ты принес. И Мадхавендра Пури Пад туда пошел за сандаловой пастой. Или, например, Локанатх Дас Госвами. Он когда нашел божества там во Вриндаване, в Кишоре Кунде, там к нему запрыгнули божества Рада Винода, Кришна, маленький Кришна, вот такой вот. И этот маленький Кришна тоже стал много-много просьб предъявлять к Локанатх Дас Госвами. Он говорит, что сначала он говорил, я голодный очень, он ему все приготовил. Потом он говорил, нет, я это не буду есть, пока без чатни это есть невозможно. Тут сделал чатни, потом он говорит, массировать меня надо, потому что у меня ноги затекли. Он ему маленького этого массировал. Потом он говорит, жарко мне, ну, помахать бы хотя бы. Тут его опахивал. То есть, когда перед нами божество, нам нужно прекрасно понимать о том, что это сам Господь. Yeah. So you can so many there are, you know, example, you know, so many example. This deity is not ordinary, you know, direct he talking, you know, like tell one, this can tell this story, how this Ramanuja Sampradaya, Ramdas,
in Ajodhya. Mm-hmm. Our Gurudev telling us someday far I am going. Can you look, you know, mm-hmm. can grab him with this story? Mm-hmm. Can tell this story. Однажды, Хариво? Есть очень интересная история. Однажды один учитель из Шри Сампрадаи, он оставил из Рамануджи Сампрадаи. Рамананди. Рамананди Сампрадаи. Yeah. Рамананди. You know what is Рамананди Рамануджи? Yes. Рамануджи the Рамануджа the worship in Лакшми Нарайан and Раманади Ситарам. То есть Рамануджа Сампрадаи, там Лакшми Нарайане поклоняются. У них есть одна линия, которая поклоняется Ситарами. Раманади Сампрадаи называется. И вот учитель из одной такой линии оставил, ему нужно было уехать по делам, и он оставил божества на присмотр своему молодому ученику. Маленькому еще, можно сказать, юнец. Вот, уехала, сказала, что вот ты поклоняйся божествам, я уеду на какое-то время. И уехал. Ученик спрашивал, говорит, а как им поклоняться? Он говорит, вот то, что тебе нужно для, как бы, как отношение к тебе, то, что тебе нужно в течение дня, вот и им нужно все точно так же. Это сам Господь говорит. И уехал учитель. И ученик... Он жил один, у него жизнь складывалась из того, что он утром ходил, сначала собирал милостыню, то есть это обязанность ученика брамачари, он каждый день ходит по домам, собирает милостыню, потом он что-то кто-то, если немножко дает, он из этого готовит и предлагал это божествам. И вот так он приготовил божества. Женщина зонтик не держит, понимаешь? Вот, это. Лучше с другой стороны. Обойдите дерево. И когда, когда учитель уехал, туда встаньте, солнце не будет. А солнце? Когда уехал этот учитель, то этот ученик, он все приготовил, все поставил в тарелку и стал сидеть, ждать перед Ситой Рамой, что там был Сита, Рама, Лакшмана и Хануман, все вместе. И он поставил перед ними тарелку и стал ждать, говорит, вот, пожалуйста, вы примите от меня. Сегодня я приготовил, я вам предлагаю, потому что Гурудев уехал, и вот нужно, чтобы вы были сыты. И вот стоял, они не реагируют на него никак. Божества, они разговаривают только с чистыми преданными. Если нет у человека веры, они с ним разговаривать не будут. А потом уже, говорит, ну, еще раз попросил. Все равно никакой реакции. Стоит, ждет. Еще раз попросил. Время-то идет. Он говорит, ну, если вы от меня отказываетесь есть от меня, то какой, говорит, толк вот того, что я учу, как бы вы вот гуру слушаете, а ученика не слушаете. Какой в моей жизни смысл, говорит. Ну и ладно, говорит, пойду, говорит, и утоплюсь в реке. И он пошел. Рама, только он вышел за крыльцо, и Рама уже стал локтем Ханумана толкать. Говорит, иди, говорит, сходи, приведи его обратно. Хануман привел ребенка. Вот, и Рама стал есть. Сам поел, Сита поела, Лакшман потом поел, Хануман потом поел. Ну и потом мальчик уже, что осталось, поел. И вот так гнилось изо дня в день. Он ходил, милостыню собирал, потом он готовил попозже, потом смотрел за божествами. Через несколько дней он подходит к Раме и говорит, «Рам, ну вот, какая между нами самбанда? Типа, какие у нас взаимоотношения друг с другом?» Рама говорит, «Ну я тебе как отец». Сита говорит, «Она тебе как мать». Лакшман говорит, «Как дядя». Хануман как брат. Он говорит, ну так, если мы такая семья большая, говорит, ну мы можем же и помогать друг другу, правильно, служение. Я пока иду собирать, пока я милостыню собираю, потом мне нужно идти в лес, хворост идти, потом нужно готовить, потом нужно предлагать. Это, ну так много на одного человека, если мы все, если у нас семейные взаимоотношения, почему я один должен делать? Логично. Логично, да. И Рама говорит, ну хорошо,
Говорит, ну пусть это, давайте тогда распределим. И говорит, мальчик говорит, ну ладно, Яха, за милость-то не я один буду ходить. А, например, ну мать сита, ну ведь она же готовить может. А Лакшми говорит, а мне что делать? Лакшми говорит, ну дрова надо каждый день, чтобы были готовы. Лакшми говорит, ну то не проблема, я всю жизнь ходила ли дрова, но я знаю, как дрова собирать. Хануман говорит, а мне, говорит, что делать? Ну, нам нужно, чтобы все у нас, чтобы у нас никто ничего не забрал, надо все охранять, чтобы все в порядке было, под контролем. Ну, а, говорит, отец, говорит, наш, говорит, Рама, он может тарелки из листьев делать. И вот из этого не складывалось служение. Каждый день ходил, по домам, там муку попросит, соль попросит, что-нибудь из овощей. А когда приходил, уже был хворост, который Лакшман принес. Рама уже тарелки из листьев делал. Мать Ситы потом готовила, и так они жили некоторое время дружной семьей. Возвращается учитель. И учитель написал письмо о том, что он скоро приедет, и приедет не один. Он приедет с другими саду. И он попросил, говорит, ты, говорит, папа, это сложно, конечно, будет, но попробуй управиться, чтобы принять нас. А ученик ему пишет письмо, говорит, да, говорит, учитель, говорит, не волнуйтесь, да, милостыни как на везение очень много дают, мать Сита, она готовить ему много может. Рама, говорит, тоже тарелки не проблема, мы просто больше сделаем. Учитель, когда получил это письмо, он думал, что, наверное, ученик, наверное, с ума сошел. И когда он приехал туда, в храм, в котором они жили, он заходит, смотрит, сито у плиты стоит. Она его увидела, испарилась и встала на алтарь. Хануман испарился, Лакшман испарился. Вот смысл этой истории в том, что если у нас искреннее сердце, то божества, они непременно будут отвечать. Только если наши сердца как камень, то только тогда Кришна будет представляться камнем перед нами. Хорошо. So, this is the Vaishnava Nishtha. So, all our four Vaishnava Sampradaya, Sri, Rudra, Vaishnava, there are four Sampradaya. But mainly you can look everybody temple. Everybody, Sitaram, Lakshmi Narayana, Radha Krishna, Val Gopal, you know. Everybody, main their thing is the temple, their deity, you know. Why you are did not take darshan of Lord, you know. When this deity you can look, you are some coming, some idea, or this is the deity, you know. This is the himself. So if by love, affection, you are to receive, Lord, everything you accept, necessary. Now, slowly, your mind, your, you know, contact with Krishna, only one with this material world, only deity. Mm-hmm. So necessary, you can nicely can worship deity. Если вы можете заметить, то в каждой из вайшнавских сампрадай, где предусматриваются личностные взаимоотношения, там всегда храм, и там всегда божества. Мы без божеств не сможем направить свою энергию, мы без божеств не можем направить свое служение. Нам Господь — это личность. И вот для того, чтобы мы знали, о, вот это Господь, и вот Ему нужно служить. Поэтому Он из милости к нам, Ему это не нужно. Он из милости к нам приходит на форме божества этот мир. Окей, yes. Okay. So necessary, if our deity nice, if you, you know, sometimes deity is some responsibility, you know. Mm-hmm. Necessary when deity time to time offering prasad, you know, without offering prasad you can accept. And even that deity you try keep some picture. Mm-hmm. This altar keep some picture, Radha Krishna, Mahaprabhu some picture. И Махарадж это говорит, потому что поскольку здесь все семейные люди, семейный человек дома, у него бхакти не будет дальше расти без поклонения божествам. Говорит, если даже у вас нет поклонения божествам, которым вы утром обязательно его будете, его моете, его украшаете, когда эти взаимоотношения начнутся строить-то? Только когда ты начинаешь свой процесс вокруг Господа это делать. Его кормите в постоянное время. Но если нет этих божеств, то надо так к изображениям относиться. Есть алтарь за пожертвование. So, okay. And when you can eat anything, you coming your house, without offering, you did not accept anything.
you know. You are like this one, a chastity lady, you know. So you are did not offering anything can accept. So like this house must you can offering, give them tulasi leaf. If you are not tulasi leaf you have, then you can chanting Vrindai Tulasi Devai Priyai Kesava Sacha Krishna Bhakti Pradev Satyavati Namanam. And you can try to keep some dry tulasi leaf also. You know, take this, keep there, give, and chanting the Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. When before Dikhya, when some Dikhya mantra, this is Gopal mantra, you can chant it there, Gopal mantra, like this. 10 times, looking like this, look like this, give the 10 times, you can chant it, this is Gopal mantra. Ten times, not eight times. Anyway, Мучо Махарадж говорит, чтобы мы развивали менталитет целомудренной жены, каждый из нас. Это уже уходим в традиции, которые нам нужно привить. То есть, поскольку мы все жены Кришны, Махарадж имеется в виду. То есть, целомудренная жена, она пока мужа не накормит, она сама не кушает. Вот. Ну и поэтому все, что мы предлагаем, то, что мы собираемся принять, сначала нужно предложить Кришне, сначала накормить нашего мужа, а потом уже есть самой. И Махарадж говорит, что вначале можно либо туласи положить, блюдо хорошее, тарелка, в которой мы не едим, поставить перед изображениями Кришны, и положить на листочек туласи. Если туласи нету, то сухой листочек. Дома у себя держать где-нибудь шкатулки, сухие листочки туласи. И с туласи предлагать Хари Кришна Махамантры. Ну а когда уже дикша посвящение получим, то уже на, помимо туласи мы над ними 10 раз, говорит, Гопал мантру прочитаем. Хорошо. And I like this when you go outside, you can, you know, you want to eat sometime outside, you know, house. That time you also touch your mala, you know, tulasi mala touch. If this your tulasi, there is tulasi, this is touch your tulasi there, and Vrindai tulasi there, by priya mind you can offering, then you can take. Да, и Махарадж до этого еще говорил, что если нету никакой туласи под рукой, то нужно прочитать пранаму мантру туласи, которая не отлична от туласи. И тогда это будет то же самое, что вы положили листик туласи. Но если туласи есть, то лучше, конечно, туласи кладется. А если мы где-нибудь на улице находимся, и мы очень голодны, то нужно просто прикоснуться к туласи и прочитать мантру над пищей. Yeah, this is the one nishta, is the dirty nishta, you know. You must, you can... Это первая ништа, которая была у Нанды Пабы. Second is the tulasi nishta. You know, you try, if possible, you can keep your house tulasi, if you know, nice tulasi. Only tell you Vrindai tulasi debai, priyai, kesava sacha, Krishna bhakti. Try, everybody remembering this slok, everybody. You know, everybody, by this slok chanting, I offering obeisance to tulasi, everybody must offering obeisance. And this tulasi, even tulasi seva, you know, Radharani, this Garga said Radharani herself, she doing tulasi seva, mercy of tulasi, attend to Krishna. Even this is the past time like this, even. And without the mercy of tulasi, very difficult to somebody, you know, attend to Krishna. So necessary you have tulasi, nishta, you have tulasi tree, every day doing parikama, after money time you must give some water, this tulasi. So if taking this tulasi, 80, you know, 80 way tulasi, he gave to benefit to this jiva. Eight way. Yeah. То есть первая вера — это вера в божеств, вторая вера — это вера в туласи, и хорошо бы, чтобы каждого из нас дома было туласи, чтобы мы могли ухаживать за ней, чтобы могли предлагать ее листики. Туласи, она очень и очень дорога Господу. Даже в Гарга Самхите описывается, что сама Радарани поклонялась ей, чтобы обрести Кришну. So eight way. И она восьми способами дает благо туласу. So this eight way he get benefit. Калги дриштва, meaning when you only take darshan of tulasi, while Lord when left this world, you know, when left world he on firm keeping with tulasi. So drishtva, when only take darshan of tulasi, you are become auspicious. Drishtva spiritual, when you touch the tulasi, meaning like you put the neck,
Tulasi, this way, this will touch our body. This will also give benefit to us. Первое – это смотреть на Туласи. Когда человек смотрит на Туласи, он получает огромное духовное благо, очищение. Почему? Когда Кришна ушел из этого мира, он все равно в этом мире присутствует как Туласи. То есть смотреть на Туласи – это все равно, что смотреть на Кришну. Второе – это касаться к Туласи. И плюс то, что Туласи у нас находится, наше, это тоже касание к Туласи. Дришта спирсата та дхьята. When you are doing meditation Tulasi, it is necessary, you know, Gurudev, I saw to some Vaishnavas, when they are chanting in this holy name, if you keep your Tulasi tree in front of you, and take the BT bag and chanting, easily your mind make peaceful, easily. And this is the Tulasi himself, this is the Tulasi, Krishna's tree also, and Krishna also. When put this friend of Tulasi, only take darshan of Tulasi, your mind become peaceful. Why? They are present, Lord is present, they are. Krishna Bhakti present there, Tulasi, the Krishna's prayers, so mind became very peaceful. Uh-huh. И третье, это повторять, совершать свой баджан напротив Туласи, то есть повторять святое имя напротив Туласи. Вся наша Гуру Варга всегда напротив Туласи. Очень легко сосредоточить свой ум, когда ты смотришь на Туласи. Очень легко успокоить свой ум, когда ты смотришь на Туласи. Поэтому это самое благоприятное, как повторять святое имя. Сам в Рупа Санатане так каждое утро читает. Yeah, and Tulasi. And also when planted this Tulasi, telling not planted, your heart put the Krishna Bhakti, you know, you planted to Krishna Bhakti your heart, when to planted tree. Yeah, and when to arati, you know, when to puja arati, give water, do parikrama, many you give to benefit to us. Uh-huh. Потом посадить Туласи. Это огромное духовное благо получает человек. Это все равно, что это является того, что вы посадили в свое сердце семечко бхакти. Yeah, this is the necessary. You have the second nishtha in Nandabhava Tulasi nishtha. Telling the third nishtha is the nam nishtha, you know. Naam, necessary, all Vaishnavas always, and Mahaprabhu always is telling, when walking, when you sleeping, when you eating, always you chanting, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So, before I call Gurudev always tell, always beat back, keep with you, never you left, always keep. When you have time, never you time to investing. Угу. Третья вера, которая у нас должна быть, это вера в святое имя. Как следовал, как говорил Махапрабху, чтобы все время мы могли занимать свой ум повторением святого имени. А это значит, что нужно с собой всегда иметь четки при себе, где бы мы ни были, и по возможности всегда повторять. Если либо на четках, либо в уме. Хорошо. This is the main thing. The all essence of scripture. You know, Bhagavad, when he starts to this holy name. And when he finishing this holy name. Meaning is the our life and soul only this holy name. Mm-hmm. Святое имя – это суть всего знания. Это самое сокровенное знание, которое описывается в Шримад Бхагаватам с самого начала и до самого конца, с первой шлоки и до последней. Yeah, telling if you are some nishtha this holy name, you think all scripture I read. If you are some nishtha of this holy name. Если у тебя есть вера, твердая вера в святое имя, это значит, что ты познал все писания, все знания. Harsha. So this is the Nam Nishta. I'm telling what is the fourth Nishta. Какая четвертая вера? В Гуру. One is the Гуру. В Гуру. There are three. I telling three. One is the Deity. Second is the Tulasi. Third is the Nama. Fourth is the Guru. Fourth nishtha, what is the fourth? Tell this is the Ekadasi nishtha. Guru nishtha, this is the main, making one building without, you know, without the foundation, that building never take, you know, nicely. This is the Guru nishtha, okay, but they are telling how to do Guru nishtha, само собой подразумевается. Yeah. So this is the main,
But this is the third nishtha, the ekadasi nishtha. So everybody by someone they are following for ekadasi. То есть четвертая вера, у нас должна быть сильная вера в Экадыши. Всем нужно неуклонно и безукоснительно следовать Экадыши. Yeah, so Экадыши day, day after tomorrow is Экадыши. Послезавтра Экадыши. Yeah. And everyone try nicely following Экадыши. Я по Вриндавану сейчас смотрю. And в Москве завтра точно? Да, в Москве. Oh, you can look nicely. Okay, and this is Ekadasi. Okay, this is the what are you listening Harikatha? And one thing always I telling everybody try put tilak. Это пятая ништа. You know, this tilak. Is the many always try put the tilak. Okay, without tilak, you know, this is the Preman the Thakur he telling. This is the four like the one crematorian. Mm-hmm. Without tilak, you know, this crematorian like the tilak. Лоб без тилок это крематорий. Yeah, and our India in Indian gave India like this. If one a chaste lady, मतलब साधवा lady, you know साधवा. What uh-huh. What is साधवा? Saint lady. Saddhava. Saddhava. This is साधवा meaning the married lady, you know, married lady. You know, this is the one is the widow, another is the married. Who is the married lady? You know. Married lady who and being very nicely decorated, you know, and going to front of this husband becomes so happy, you know. And our India, you know, if not put this sindoor and this is the some, you know, this bangle and this is the some symptom of this is like the married lady. If like take the form of a widow, husband never accept this thing, never accept. Like this, when go to front of a Krishna, then Krishna is. First thing, looking three things, if you have, then he accept. One is the Tulasi Mala, second is the Tilak, and third is the Mala. If Krishna look the three things with us, then Krishna, okay, you are my beloved. No? Then Krishna accept you. Замужняя жена всегда показывает своему мужу о том, что она его жена. И без этих знаков муж не принимает жену. Что это является за знаки? Это синдур, который красный такой порошок делает, точка такая, и браслеты красные и белые. Если жена как не появится, муж к ней вообще равнодушно будет относиться. Вот, мы тоже замужние все женщины за Кришной. И у нас тоже есть свои знаки, которым Кришна рад видеть на нас. То есть он нас принимает в каком случае? Когда на нас тилака есть, когда на нас кантималы есть, и когда четкие при себе. Вот тогда Кришна думает, ну моя жена. Поэтому он принимает. Хорошо? Хорошо. So everybody try put tilak, okay? Tilak, 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 tilak. Тилака должна быть. You know, I always tell you put tilak. Without tilak, you cannot do anything in the spiritual life, you know. Spiritual life first, if you offering something and chanting something, anything to do with spiritual life, without tilak, first, our first duty is the, after shower, first you put tilak, then you can do anything. Without tilak, you cannot do anything. Tilak – это первейшая обязанность, Махарадж говорит. Без тилак мы вообще ничего не квалифицированы делать. Первое, что нам нужно, просыпаться утром, вспоминать про тилаку и ставить, после того, как помылся. Хорошо. So, if you sometime go to office, you know, this is a problem. You can take slide, you know. They take this tilak, the slide. But must you put tilak, you know. And already your complexion, you know, your color is the golden color. Sometimes you put tilak, but not looking this tilak. Махарадж говорит, когда идете на работу, у вас же, говорит, проблем нет. Вы же, говорит, все золотого цвета. Поэтому тилаку, когда ставить, у вас даже на коже ее не видно. Yeah, and there are 12, you know, there are 12 places you must put tilak, not only one, put here. Только на 12 частей тела она рисуется. You know, this is the very, very powerful, you know. You are go to this is the crash, this prem, you know, prem. One lady, Gurudev disciple, he did not put tilak, he did not do anything. You know, she saw some ghost, you know. He sang some ghost, somebody attacked to him. She cannot sleep. Very disturbed life, you know, very disturbed life. And this belly also not came in the children. This is the, you know, this lady. Uh-huh.
So whenever go there and when tell you problem, then you can tell put tilak and the Achaman Gangesh Jabanuch Godavari Saraswati Narmada Sindhu Gavari now Apavitra Pavitra tied Rishabh Tilak. When one day she do, then next everything is okay. Mm-hmm. This is the complete protective Mother Yashoda put to Krishna to put this tilak. Mm-hmm. Вот в Перми, например, женщина живет, которая очень сильно страдала от различных духов каждую ночь. У них там просто возле кладбища дом стоит. Ее прям постоянно мучило ночью. И она все никак не могла забеременеть. А потом Махарадж сказал, я отругал за тилаки. И она после первой же ночи, когда она поставила себе тилак, у нее все проблемы ушли навсегда. Сейчас у нее замечательный сынишка. Хорошо. So, you can every tilak, okay? Every day must you put tilak. Without tilak, everything zero. Без тилака, говорит, все, что делаете, все ноль. Yeah? Okay, I tell if only put tilak, whole day half bhakti, you can doing half bhakti. Если тилаки проставили, считайте, уже пол баджана на сегодня я сделал. Yeah. Why this is the food dust of Braj Gopi, you know? Потому что это пыль Браджа Гопи. Вера должна быть в этом. And Narottama Das Thakur, Bhaktivinoda Thakur telling, Sudha Bhakata Charana Renu Bhajana Anukola. So Bhaktivinoda Thakur telling, Sudha Bhakata food dust is the very favorable this Bhakti. Narottama Das Thakur telling, he put this very quickly your heart coming this Bhakti. Why? This is the food dust of this is the Braj Gopi, all Brajavasi, himself Krishna put tilak, himself Ram put tilak, himself Narayana put, even is the supreme personality, Narsingadev, Bamandev, without tilak cannot look anybody. Everybody put tilak. Не просто все слуги Кришны на себе тилаку ставят, сам Господь всегда, без исключения, себя ставит тилак. Все изображения Господа, они все с тилаком идут. Хорошо? Okay, now you are going cooking. Collected wood. Look the kirtan, okay? Даже сам Нарасимха ставит на себя тилаку для защиты. Again? Now you are thinking you are making cooking, you know? Now take so much time, okay? And cooking now. Теперь, говорит, приступайте к готовке все. And everybody try coming Брадж-мандала парикрама. Постарайтесь приехать на Брадж-мандала парикрама. Хорошо? Try little money save. Okay, save the money. Откладывайте денежки. Будет некак, он пошел хлеб делать. Может быть, он сколько сейчас времени сейчас? Два часа. Окей, племя, да.